к большому сожалению, в возрасте 56 лет умер актер Алексей Сдобнов, сыгравший в сериале «Склифосовский» и «Чикатило». По одной из версий, актер неожиданно скончался в дороге, в собственной машине, так и не доехав домой со спектакля. Тело актера обнаружили на одной из улиц Москвы в собственном автомобиле. Столь печальную новость первой сообщила его продюсер Наталья Бочарова. Именно исходя из ее слов, он ехал к себе домой, но так и не смог добраться из-за того, что в пути у него остановилось сердце. До этого у него были некие проблемы с сердцем, но он в них никого не посвящал. Данная трагедия произошла в ночь с 12 на 13 января, но о ужасном событии стало известно лишь накануне, а похоронили актера во вторник, 16 января, в городке Люберцы. Что известно из его краткой биографии, то Алексей родился 15 августа 1966 года, также посвятил себя службе в советских войсках, при этом владел личным огнестрельным оружием. Также мужчина активно занимался спортом, изредка увлекался лыжами, большим теннисом, борьбой и самбо.